положила целлофан вниз, сверху цементу погуще, еще один целлофан сверху. Ну и вот так вот раскатываем. Мы с тобой два белых облака, и для чего мы рождены? Лететь куда ни попадя, или идти путем иным? Заполнять вагоны под землей, или покинуть города? Тебе, конечно, будут говорить, выхода нет, но выход есть всегда в темноте. Летай, летай со мной в темноте. Летай, летай со мной в темноте. Летай, летай со мной, выход ищи. Там, где солнце видней, елей. Вот решила я ее не красить второй раз. Мне даже нравится, что она такая фактурненькая. Золотишком подкрасим. Ну вот, покрасила. Но в результате что-то я крепко взяла. Видимо, она еще не высохла. Вот. И сломала. Ну что, бывает и так. Ничего страшного. Сделаем еще. Надо просто больше терпения. И ждать, когда высохнет как следует. И водой брызгать чаще. Так что вот так вот. Ну, штучка симпатичная получается. Можно хоть свечку на нее поставить, хоть, не знаю, там, бижутерию сложить. Ну, бывают в жизни огорчения. Ну, ничего страшного, сделаем другие. Я вообще не отношусь к тем блогерам, которые показывают только то, что у них получилось, пусть даже с пятого раза. Я показываю, когда и не получается. Ну, пока-пока, мои дорогие. Сейчас буду делать другую.